Всем большой привет! У меня сегодня заказ Faberlic, две больших коробки. И в этом заказе была оберточная бумага новогодняя. Вот она приходит вот так запакована. Я думала, она какая-то такая маленькая, но нет, вроде бы. Я смотрю, что она нормальной такой ширины. Кстати, девчонки, хочу похвалиться. Вот этот лак мне очень понравился. Faberlic, это у меня артикул 7908. Вот буквально сейчас я накрасила ногти наспех. Я ногти не люблю красить. Вот, перед видео покрасила, два слоя сделала. Он ничем не пахнет совершенно. Он высох моментально. Я таких лаков давно не видела. Вообще я в шоке. Даже и фраше не отличается. Вот нестойкостью такой. Ну, абсолютно. Вот в подметке не годится. Вот этот лак, это просто бомбический лак, девчонки. Лак Faberlic. Кстати, еще кто не зарегистрирован, обязательно проходите по ссылочке. Я вас приглашаю в свою команду. Будем работать, будем общаться. Буду вас обучать, если вы не знаете, как заказывать, куда заказывать, зачем заказывать, что заказывать и так далее. Я ненавязчивый наставник. Если вы не захотите, чтобы я делала вам рассылку, я делать это не буду. Мне легче, как говорится. Вот. Но если кто-то захочет, чтобы я сообщала об акциях, конечно, я вас об этом спрошу. Итак, давайте приступим. Заказов было много, половину уже раздала, половина забыла раздать. Сейчас клиентка звонит и говорит, вы мне забыли положить мыло и освежитель вот из этой серии. Вот как раз они вот и лежат здесь, да, освежитель и из этой серии где-то мыло еще должно быть. Сейчас мы до него дойдем. Заказала такие стикеры, ну, просто как бы чисто порадовать ребенка, может, кому-то в подарок положить. Я парочку их заказала, и парочку заказала вот таких вот набор забавные котики. У нас будет год, кстати, котиков, да, можно в подарок спокойно класть. Здесь 300 штук, по акции что-то они шли совсем 100 с копейками, недорого. Вот Алиса уже один забрала. Конечно, хотела я ей... Ой, на Новый год под елочку все это запаковать красиво. В какой-то бьюти-бокс хочу ей собрать, да? Вот, но, видимо, ничего не получится. Она у меня видит просто мои заказы, мои коробки. Мама, что там лежит? Можно я посмотрю? Ну, в общем, так получается, что она хитрит и забирает у меня все подарки. Придется мне на Новый год еще что-то придумать. Так, потом заказала таких вот шампуней опять белочка. Все у меня разобрали. Вкусный аромат. Я ничего не пробовала пока из этой серии сама. Просто сейчас беру конкретно на продажу. Потом я услышала хорошие отзывы вот о такой очищающей эмульсии Weekend. И услышала, что ее снимают с производства. И решила, конечно же, попробовать для себя. Чем она так хороша? Конечно, сроки уже здесь подходящие. 250 рублей она стоила, да, по каталогу, по-моему. Не помню, как-то так. Вот. Будем пользоваться. Вот у нее такая консистенция молочка, охлажденная, охлаждающая такая. Реально пахнет арбузом. Пахнет очень вкусно. Да, арбузная отдушка такая, свежая, арбузно-зеленая, вот такая вот. Класс. Разносится по руке, увлажняет прям. Мне понравилось. Хотя состав я сейчас, девчонки, у меня бзик смотреть составы. Faberlic не блещет хорошим составом, конечно. Ну, натуральным, так скажем, да? Для любителей прям натуральной косметики, конечно, Faberlic это не для вас. Если только бытовая химия вам подойдет. Вот лично я в Faberlic пришла из-за бытовой химии. Потому что аналогов бытовой химии, вот гипоаллергенной, бесфосфатной, ну, было только в Amway раньше, да? Но она была очень дорогущая. Сейчас так вообще, по-моему, не знаю, продается она или нет. Вот, но суть не в этом. Мне она подходила по цене, по качеству и то, что она вот гипоаллергенная, и ее можно использовать с нуля лет, порошки, да. Вот из-за этого я пришла в Faberlic, потому что дети маленькие были, конечно, я хотела им достойные, хорошие порошки брать и средства там для мытья посуды, да.
Пробовала и Ванвэй, но, знаете, Ванвэй тоже быстро все уходит, и так это как-то очень дорого мне выходило. А Фаберлик понравился, и вот из-за этого я осталась в Фаберлик. А уже потом все остальное началось как-то приобретаться само собой, плюс продажи, да, стали как-то вот расти, общение, когда особенно чаты я всем пооткрывала в разных соцсетях, общение, ну, в общем, девчонки начали заказывать. Конечно, Фаберлик достоинством продукции является то, что у нее цена такая адекватная, так скажем, да, то есть невысокая цена. Например, ну, шампуньки 119 рублей, там, освежитель 129, причем освежитель классный, мне нравится, он не вызывает никаких аллергии, слез, там вот я обычные освежители вообще не могу использовать магазинные, я сразу задыхаюсь, чихаю, так же как, например, средства для туалета с хлоркой не могу я использовать, вот эти вот вырвиглазные. Для меня комфортно бытовая химия Фаберлик, вот я освежителями пользуюсь только такими, ну либо не подошедшими мне духами, да, в туалете стоят разные там дешевые какие-нибудь парфюмчики, вот. И вот состав, я говорю, эмульсии начала смотреть. Конечно, он не блещет натуральностью там, но много там также и хорошего. Много масел, я посмотрела, там еще вода какая-то там термальная, да, из источников Франции. Ну, то есть кто-то писал даже, что состав не хуже, чем у Виши с термальной водой, вот эта серия. Поэтому я решила попробовать. Вот. Вот такое мыло вот я не отдала клиентке. Сегодня я говорю, вся в бегах, вся в заботе. Как всегда, в общем. Но мыло я не единственное такое заказала. Мыло у меня я уже заказывала в прошлых своих заказах. У меня вообще все разобрали, вот эти все новогодние лимитки вообще подчистую. Так, вот заказала поэтому еще. Да, эмульсии у меня было две. Потом у нас по срокам годности вот такое молочко с мелатонином. Конечно же, я захотела попробовать, почему бы и нет. Боди-крем. У нас срок годности, ну да, тут такой подходящий. Мне нравится аромат у этой серии. Не знаю, открою, нет. Такой. И вообще мелатонин, он такой компонент, очень полезный. Поэтому успокаивающий, ну, как-то на организм влияющий положительным образом. Я сейчас не буду просто вдаваться в подробности, да? Это нужно поизучать, что он там конкретно, но просто я слышала, что это очень полезный компонент. Ой, ну, отдушка так себе, девчонки. Мне что-то не понравилось. Отдушка, может быть, по качеству будет как-то. Наверное, сроки подходят, и отдушка уже, знаете, такая себе. Может быть, у него такой состав натуральный, что. Давайте посмотрим. Так, ну да, у него на прям первых местах всякие масла и натуральные компоненты. Он прям вообще полностью состоит. То есть оливат, олео европея, фрут ойл, кокос ойл там. То есть прям на первых местах у него одни масла. Конечно, он будет портиться быстро. Да, хороший состав, девчонки. Надо проверить еще по экоголику, но состав вообще неплохой. Поэтому он будет портиться быстро, его нужно использовать. Поэтому у него такая уже отдушка, знаете, ну не первой свежести. Вот, ну взяла попробовать. Вот попробовала. Взяла две штучки, кстати, попробовать. Теперь надо это кому-то отдать, чтобы не испортилось, поделиться. Так, еще в заказе спрейчики. Еще шампуньки. Мне прям нравится отдушка этого шампуня. Это такая персиковая, очень натуральная, кстати. Такая персиково-лимонадная. Сок персиковый, скорее, прям. Он и похож на сок. Вот. Ну, краситель, конечно же, есть здесь. Это не очень хорошо. Вот, я почитала, кстати, составы у Ифраше. Составы по экоголику у Ифраше хорошие. Даже красителей нет. Поэтому как-то мне хочется более натуральный состав. Это уже смотрите, конечно, сами. Просто я говорю то, что есть. Факт есть факт.
то, что составы здесь не полностью натуральные. Конечно, с добавлением всяких масел, но не полностью, да, натуральные. Это, конечно, минус, но мы будем надеяться, что Фаберлик исправится и будет нам делать не только вот красивую яркую упаковку, но и хорошие составы. Такой крем был в заказе. Бальзамчик «Зима». Также зимнюю серию разобрали. Даже уже то, что сейчас заказала, уже тоже на броне. Все это. Потом, ой, такие вот бальзамчики также с бананом. И «Зима». Ну, не знаю, все равно берут их, потому что они недорогие. Так, еще один с бананом. Пенку банановую я брала. Очень тоже вкусно пахнет. Конечно, ее разобрали уже у меня. Так, опять гели вот таких вот. С чупа-чупсом или с мороженым. Не знаю, с фруктовым льдом, да, скорее. Потом гели. Мармеладные дольки эти лимонные тоже. Потом появился вишневый, кстати, гель. Первый раз вот он мне попался. Отдушка очень, да, вишневая, прям вишневых косточек. Такая очень насыщенная отдушка. Ну, на подарки, в принципе, очень красиво, ярко, позитивно. Будем надеяться, что никаких аллергий не вызовет. Вот. Так, вот еще один стикер такой попадается. Также были по срокам годности вот такие шампуни разных трех видов. Даже клиенту мне заказывали, хотя я им сказала, что сроки подходящие. Вкусно пахнет. Вот мне отдушка у них нравится. Этот авокадо, потом был еще с ревнем. Тоже замечательный аромат такой, прям ревневого пирога. Так, хочу посмотреть состав опять же. Ну, лауреф-сульфат здесь есть. Потом ПЭК есть. Не очень, да? Но масла также присутствуют. Масла хорошие. То есть, ну, соу-соу, так скажем. Вот еще гели. Так. Белочка. В общем, у меня такой заказ получился. Все на подарки, все на продажу. Кремики для рук. Медовый пряник. Так, сейчас дойдем то, что я себе заказала. Еще одни бальзамчики. Будем продавать, потому что, ну, к Новому году много чего расходится. Так, вот себе взяла. Вот такой вот новый аромадиффузор. Называется «Счастье». Так. Вот он так выглядит, такая бутылочка. Мужу моему, например, не нравятся такие черные свечи. Ему не понравились бутылочки. Вот эти, кстати, нормально смотрятся. А вот черные свечи ему почему-то не понравились. А Тейвен красивее смотрится. Так, я не открою, наверное, сейчас пальцами. Но чувствую, что аромат такой интересный. Не знаю, как он будет раскрываться, потому что... Это нужно пробовать. Это нужно пробовать. Сразу не почувствуешь, потому что аромат концентрированный, а вот когда он будет расходиться уже по комнате, это будет совершенно другой аромат, не такой ядерный. Так, мне нравится вот эта вот серия ложек-вилок и то, что я взяла докомплектовать свои. Это салатная вилка, две ложки, две вилки. То есть у меня теперь по 6 вот таких вот и 2 вилки салатные и 1 ложка салатная есть. Ну, вилка такая прикольная вообще. Салат накладывать, ну, очень ярко, опять же, красиво. Все гости всегда спрашивают, вау, какой набор классный, где ты такой купила, сколько он стоит. Так, вот еще кремики попадаются с пингвинками. Все думают почему-то, что это детская серия. Фаберлик в этом году, конечно, украсил все на детском каком-то уровне.
Не знаю почему. Я говорю, да нет, это не только детям можно дарить, но и взрослым. Вот объясняю всем, что это не только детям, но люди набирают в основном детям. Так. Опять сыворотка для волос попадается тоже по срокам. Так. Вот такие у меня, вернее, вот такое мыло было, снеговики, мандарины в нескольких позициях, да, в нескольких количествах. Я уже просто половину раздала. Ну, это прошлогодняя у нас коллекция. Пошуршу маленько. Она подешевле прошлогодней коллекции. В принципе, в подарок класть тоже, я думаю, будет симпатично смотреться, подешевле, как-то побюджетнее. А зайчик стоит 79, а это, например, 50, по-моему, 9, что ли. Вот взяла еще одного милого такого гномика. Люблю я их. Люблю я их дарить. Мне очень нравятся. Они красивые, симпатичные. Опять же, вот. Радует глаз. Потом носочки взяла. Это, наверное, какой размер у меня? 36-38. Типа себе, но что-то как-то даже не знаю. Здесь у нас три пары. В общем, вот такие вот овечки. Ну, если мне не налезут, значит, дочки подойдут. Итак, что у меня в пакетах опять? Пошуршу. Вот такие вот носочки я себе взяла из шерсти ангорского там кого-то. Кролика. Ничего себе. Розовые. Вот такой милый кролик. Мне, кстати, вот нравятся носочки вот именно из этой серии, однотонные. Они такие прикольные, мягкие, уютные и очень комфортные. Хорошо носится, ножку греет. Также была распродажа у нас вот таких наборов. Это у нас трусики. Я пока, наверное, не буду. Сейчас посмотрю, какой размер. Может быть, покажу вам, которые себе оставлю. Некоторые я взяла просто на подарки. Дочке самый маленький размер. Померим, не знаю. Подойдут, не подойдут. Если не подойдут, то у нас там сестры двоюродные есть. Подарим. Так, у меня какой размер? В общем, здесь три штуки входят. И они разных новогодних расцветок. То есть таких прям симпатичных. Ой, девчонки, еще бы найти. XS. Это самый маленький. Ну, давайте посмотрим. Самый маленький вот ей размер на первый взгляд. Подойдет? Нет? Дочки. Здесь зип-застежечку пакетика, которую никак невозможно открыть. Ногти сейчас все переломаю, которые последние. Ой. Вот. Наконец-то. Вот так вот они у нас там лежат. Вот так вот сложены все. Ой, они и большие, конечно. Вот это маленький размер. Ой, девчонки, это реально XS? Вы чё? Они же мне налезут. Реально XS? Обалдеть. Ну, реально, они на меня просто подойдут. Это парашюты. Ну, я вот ношу эмочку. Вот это как реальная эмочка. Обалдеть. Да, попадос. Да. Ну что ж. XS. Вот такая вот расцветка там была. Так что они в большей мере, девчонки. Хотя М-ку я покупала в прошлом году. Нормально были. Не в большей мере ли, но это уж вообще вот. Ну это вообще. Я говорю это на меня. It's sleep, merry, happy new year. Так. И вот такая расцветка. Да, как-то странненько. Я думала, XS будет. Ну, такие XS маленькие. Как маленькие? Ну, это эмочка. В общем-то, и с такими елочками. Все они красивые, конечно. Все хорошего качества достаточно. У меня вот носится уже год. Вот, замечательно. И взяла их, конечно. Это у нас... Какой размер? Какой? Эмочка. Я боюсь открывать. Но хочу посмотреть, потому что я эмочку планировала вообще с
себе. Так, здесь уже другие немножко. Здесь тоже с елочкой, но здесь ободочек золотой. Ну, вообще парашюты. Это я даже не знаю. Маленько больше мерят они в этом году что-то как-то. Что-то как-то надо мерить. Мне кажется, и на Элечку спокойно подойдут. Ой, какой Happy New Year. Да, такие размерчики у них не маленькие. Вот, и вот такая расцветочка со звездочками. Выполнены, я говорю, они хорошо. Эмочка. А где выполнены? Так, у нас здесь 95 хлопок, 5 эластан. Сделано в Китае по заказу Фаберлик. В общем, китайцы нашили нам труселей. Ну, не буду остальные открывать здесь у меня. Вот размер такими мелкими буквами написан, что я вот честно не вижу. Я не знаю. Ладно, в общем, у меня еще 3 набора. Ага, бог с ними. А может и не 3. Давайте еще смотреть. Не 3, девчонки. Еще 6. Ой, 2. Значит, 5. 5 у меня наборов. Буду разбираться, потому что вот размер, я говорю, написан. Даже не найдешь с первого взгляда. Так, взяла подарки детям. Вот эти они еще не видели. Буду класть им. Это сыну футболочка. Взяла ему эмочку. Пусть будет, думаю, свободно. Хотя кто его знает. Давайте открою, посмотрим. Потом запечатаю своим же все-таки. Хочется посмотреть как-то. Если ему не подойдет, то, думаю, эмочка подойдет мне. Смотрите, какой здесь мишка. Ну, я думаю, ему нормально будет. Да, его размер. Такой 46 у него, наверное, как раз сейчас совпадает с моим. 46, 40, 48 ему еще велик. Вот. А 46 ему прям... Ну, симпатично. Тут такая наклеечка. Я не знаю, конечно, как она себя будет вести. Happy Holidays. Счастливых каникул. И белый медведь. Так, здесь у нас лейбл, тоже очень такой милый, машинка везет елку. И что еще здесь у нас? Какая информация? Марик, ты со мной снимаешь видео? И вот такая вот еще информация, кому интересно. Вообще качество мне понравилось, надеюсь, сын будет доволен. Буду собирать им тоже подарочки. Всем сюрпризики. И вот такую вот дочке взяла. Себе и муж брать не стал, ну как бы. А вот им ходить по дому в Новый год, новогодние каникулы. Пусть будет так атмосферненько. Мы все-таки как-то все равно наряжаемся. Это как-то, не знаю, праздник. Хотя они тоже будут в платьях. Но если потом она захочет, возьмет, переоденется. Вот. Тоже такой белый мишка. Hello, winter. Привет, зима. Так, классно. И набрала я себе колготок. Очень красивые колготки были в распродаже с узором из люрекса 40D, черные. Там, по-моему, они еще... А, из мерцающего люрекса, как со стразами, что ли. Ну, мне вот интересно посмотреть. Давайте откроем. Что я просто-просто буду коробками, да? Махать и ничего не показывать. Это же не интересно. Мне вот тоже всегда интересно в обзорах смотреть, когда не просто машут упаковками, но и показывают. Смотрите, они, ну, как 20D, я даже не скажу, что это 40. И вот здесь вот, видите, такой какой-то узорный цветок из люрекса. Так, а если я руку туда просуну? Просто у меня рука такая в
вся в зацепках каких-то. Вот. Постараюсь вам сейчас этот цветок продемонстрировать. Ну, в общем, он как-то будет, я не знаю, на двух ногах? Нет, на одной ноге он будет. На одной ноге. Вот такой рисунок, цветок. Симпатичный. Потом со стразами, я помню, брала. Вот, вот они, черные со стразами и светлые со стразами. Давайте светлые. Ну, хотя вы видите уже там какие стразы. Да? А вот на черных я, кстати, стразы не вижу. Давайте тогда черные посмотрим. Ага, теперь вижу. Я уж не буду руку или уж залезть, чтобы окончательно убедиться. Но здесь вот по всем колготочкам стразы мне нравится. Да. Здесь черные стразы, а там они белого серебристого цвета. Не знаю, черный как-то выглядит на черном. Блекло, да, мне кажется. Не знаю, как это на ноге будет. Если бы они белые сделали на черном, может быть, симпатичнее, как-то ярче смотрелось бы. Так, давайте открывать вторую коробочку. Здесь у меня мочалки были и под заказ, и себе взяла, раз уж такая акция, 239 рублей с черникой, с мороженкой лайм. Несколько позиций. Ну и опять же здесь мыльно-рыльные. Еще взяла вот такие вот гели малиновые мишки. Они очень вкусно пахнут малиной. Потом опять вот такие вот вишневые. В общем, набрала, чтобы как-то на всех хватило, чтобы никто не дрался. Так, галки. Вот они, шампуни забрала. Взяла много. Ну, как много? Не помню, может, штук 5. Потом, да, вот еще 2. Так. Еще один гель. Смотрите, он красивый, такой перламутровый, мне нравится. Вот такой шампунь черничный. Наборчик красиво выходит. Еще такую маску прикупить. Потом бомбочки. Дети радуются всегда бомбочкам. Опять мыло, шампуни. Так. Ну, в общем, одно и то же. В принципе, уже осталось. Те же самые позиции. Будем как-то их реализовывать. Ну и пробовать тоже сами. Вот это вот, кстати, с асаи. Компотный такой аромат. Зима, зайка и мыло. Опять же много, опять же куча разного мыла симпатичного. Ну и осталось мне, да, мыло и пара гелей таких же, что я вам показывала. В принципе, вот на этом мой заказ завершился, мое видео завершено на сегодня. Пишите, что вы брали, как вам вообще новогодняя серия, пользовались ли вы чем-то, очень интересно послушать. Что вы думаете вот, ну, насчет составов, я не знаю, вот, ну, как-то я вот задумалась, вот. Так что всем хорошего настроения, обязательно регистрируйтесь, в принципе, продукция хорошая, ну, как бы на любителя, да, она везде на любителя, но выбрать есть что. А бытовая химия, конечно, я ее рекомендую всем, мне нравится. Все, всем хорошего дня. Спасибо отдельное за лайки, за подписку. И всем пока-пока. Итак, вот такая вот бумага там была. Решила показать вам такие вот рисунки. В принципе, симпатичные. Ну, обернуть один подарок. И тут 3 листа разных. И, кстати, вот. С обратной стороны она тоже такая же. Такой вот рисунок. Тоже прикольный. И вот такой, конечно, с бычком. Ну, ну так себе, но пойдет. Первые 2, конечно, посимпатичнее будут. Но то, что она сейчас в распродаже, и, в принципе, нормально.